Привет! В этом видео расскажу вам о своей палетке от Benefit, в которой собраны все бестселлеры марки. Чем отличается эта палетка от всех других палеток, которые были в продаже раньше от этой марки, от Benefit? Это то, что все 5 оттенков румян, бронзеров здесь полноразмерные. Стоимость этой палетки 60 евро, если я не ошибаюсь. Стоимость одного бронзера либо румян колеблется от 34 до 36 евро. За меньшую сумму, чем за 2 полноразмерных продукта, вы получаете в этой палетке целых 5. Сейчас я вам ее открою и покажу. Когда вы открываете, здесь есть зеркало. Потом вот такая пленка с названиями продуктов. Dallas, Coralista, Dandelion, Pula и Rocketer. И вот такая вот полноразмерная щеточка. По-моему, она из какого-то там козла, если я не ошибаюсь. Вот эту палетку, ее можно потом отсюда, как она только у вас закончится. Я никогда не видела человека, у которого закончилась бы палетка румян и бронзеров. Но если она у вас закончится, ее можно отсюда выкинуть, и у вас будет такая вот миленькая шкатулочка. Как я уже сказала, все продукты полноразмерные. Как мне кажется, это одна из самых лучших палеток на сегодняшний день из многих марок, которые есть сейчас в Sephora, например, по соотношению цена-качество. Поэтому, если вы поклонник марки Benefit, я советую вам эту палетку, потому что это лимитированное издание, скоро ее уже совсем раскупят. И поэтому поторопитесь. Хорошая палетка. Пока-пока.